А согласись, мама, неплохая работа. Неплохая работа, если он не сдохнет до вечера. Не сдохнет, не сдохнет. Он живой, как собака. Что это было? О, очнулся. Зря это сделал. Писал на твой ужасный вид, блядь. Ну сейчас я тебя быстро в бейпамятью отправлю. Стоять! Слушай, ты ведь сын этого писателя? Да, имеешь брата. Короче, знаешь, твой папа задолжал очень крупную сумму. Сколько? Ну, примерно 10 евро. Ты сам знаешь. Либо ты... Давай ты похоже убираешь. Ведь ты хочешь? Хочу, мэм. Значит так. Пускай твой папа сделает все. 1 000 000 рублей, и мы не трогаем. Мы будем довольны, так ведь? Ага. Вот и замечательно. Телефон уже у меня твой. Так что извини. А, хотя он тебе, скажи, не пригодится. Я же заберу. Я разрешу. Не будешь против? Я-то не против. Пока он не пошел против тебя. Да ты ж ник. Крикнешь, убью. Хотя какая разница, какой ты состояние. Лучше сразу убей, так будет тебе лучше. А что с ненастью? Мы с тебя с тем добром, а ты с ненастью? Да, теперь не привыкать убивать. Скотина. Не надо, мэн. Не шурик. Пошел нафиг отсюда. Не шурик, мэн. Он же товар. Дай его мне, я его помучаю. И ты, душ, ответишь, и мы будем довольны. А то вправду же. Если мы его убьем здесь, что, так мы ничего не добьемся. Ну ладно, черт с вами. Короче, сейчас идем нам в логово и не высовываемся. Главное, что у нас полиция не заметила. Так, вижу двоих посторонних объектов. Стоять! Полиция! Вы арестованы!